Ну вот они, вот видите, вон мужчины какие лежат, вон они какие толщиной. Он же еще стоял. Ну вот, вот лед, видите, толщина какая. Это лед? Конечно. Это сколько же? Ну вот 40-50 сантиметров. Вот сейчас нужно приспичило жить или помирать. Побежал бы все равно. Можно было пройти. А вообще вот это уже не ломано. Ну аккуратненько надо идти, потому что сейчас на кромке где-то он там, где протаяло, не знаешь, можно. А вода под утром, когда она утащит. Вы представьте себе, это, ну, ползти можно. А когда там взломало, там уже взломало. Это надо сверху смотреть. Не, ну если бы совсем уж жить так, хотелось. Надо пройти там посмотреть. Пойдемте. Пойдем. В чем мы зря сюда пришли? Ну, я не знаю, на мост только. Да вот люди-то продают сами. Где скопление? Там торгаши уже, они знают, что это. Там смотри, уже чистое. Видать, все уже сюда нагнело. Вот до этого места освобожденное. А дальше все уже лед, дом покрыто. Это не из-за моста, просто она это не поспела. А в Бийске, говорит, уже все пронесло. Ну, Бийск, да, наверное, уже там. Там толщина моста. Слава тебе, Господи. Аллилуйя. Какой мост придумали сделать? Там много миллионов. А ты знаешь, как вот это быки составят? А ну там с той стороны подойди-ка, мы посмотрим, вон на просто уже в Алтайске начнут филиала МАО «Сибпрос», руководитель организации, главный инженер, директор Миткевич. Активно участвует в проектировании строительства, принимал Керманенко, Макаров, Акильдин, Парышев, Буданов, вон где Буданов. Движение открыто в 60 лет Алтайского края. А в каком году вы указаны? Помогли бы, но... Здорово, по-моему, в том году 70 было. В том году было 70 лет Алтайского края. То есть вот 10 лет... 60 лет в таком году? 11 лет назад. Нет, почему не надо? Да вот это вот... Русская... Тупость. Они не сварены, они на заклепке. Вверх, болты. Болты, да. Заклепка для них настоящая. Здоровенные болтяры. Очень хорошо сделали. А вот что вы взрывали? Бороты? Да как нечего делать. Вот за одну заходку зарубят. Господь может не даст. Шибко хороший. Глянь, в три балки, в кронбалки.
Ой-ой-ой, вот это сооружение. Бабай любил фотографировать. Мощное сооружение. Объект, внимание, объект, который вооруженный охраной. Ну и правильно. Без охраны тут никак нельзя. Во, Володя, вот отсюда за Некой, а я тут скажу вам, Барнаул, чтобы было видно. Промышленная и там, где на храмах. Вот видишь это здесь? Это сегодня у нас какое? 12-е? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Снимай где? Давно не виделись. Так, вы назовите фамилию. Свобода вкусная, Олег. А? Олег Богданов, свободного вкусная. Ага. Вот мы решили сегодня посмотреть, а потом на зло приедем. Небольшой дать репортаж. Приезжайте к нам. Посмотрите, а у вас есть наш сайт? Нет? А как же? Есть, да? Саша Волокуй. Нет. Так, ну-ка, Володя, надо отдать. У тебя есть? Конечно. Достань. У нас открыт свой видеоканал, и почти 1000 наших роликов стоит. На нашем собрании, все. Хочу к вам приехать. И на форум, даже скажу, на форум сайта, как будто писать. Вот мы, наверное, и спишемся с вами, да. Потому что мы с Ларисой Хаманько хотим к вам приехать. Куда? Прямо договориться. Куда именно? Я все потеряю. Потеряю, я не знаю, меня не будет. Мы уезжаем еще. Вот нам нужен сегодня поговорить. Может, вы как раз тут человек, с кем поговорить. У нас в прошлом году мы проехали с нашей миссией, у нас машина с 240 городов, и все. Это начиная с Москвы, это находки порта. Сейчас мы готовимся проезжать примерно 35 государств в этом году. Значит, мы думаем заезжать, значит, по шенгенской визе, добиться отдельный въезд в Англию, пройти всю Скандинавию. До Португалии вернулся, вернулся через этот, по Прибалтике и вернулся вниз через Грозно и пройти все республики, какие были. Везде оставляя в каждой библиотеке, а у меня 38 дней хорошо. В прошлом году мы подарили миллион 100 тысяч. Историческое сокровищем нашим. Конечно. Все. Если что, звоните. Буду знать. А вы расскажите, что же. Какой-то, если согласился репортер. У вас же есть там контакт? Мои телефоны, мобильные, все. Приехать, надо все это обговорить будет уже. Пошло! Пошло. Прямо на ваши глаза. На ваши глаза. Да. Первый раз такое я вижу. Видите, как встретились. Можно снимать. Сейчас уже начинает полынья расширяться. Оторвался. Еще... На глазах, как она пошла. Сейчас он там будет затор вон ударится. Он гляди, гляди. Да, сейчас он туда ударится. Он, видите, там стоит затор. А он да. Тоже может идти уже. Ну, это взломает она его. Ой, главное, вы на высоте. Хорошо, что вы на высоте. Сейчас не ломает. Мы думали приехать еще и завтра. Нет, поедем туда. Да, сейчас уже бы не было этого, если бы приехали завтра. Видеоканал, и мне туда подозрительно. Видеоканал в Ютубе. И в Mail.ru там очень много у нас поставлено. Ой, большая куча пошла, роликов. Да. Гляди, сколько откололось. Притом все полновесные, по часу. Смотри, как быстро расширяется. Быстро, да. Ну что, скорость уже движения реки километров 12 в час. Вот это вот? Да нет. Андрей, вот пошла. Сейчас разгонится. Попрет. Прямо у меня на глазах. Подстрешь? Встретил, нет. Встретил Лапкина и вот. Геннадий Тихонович. Да, она пошла, вот полынья прям пошла. Вот все пошло, пошло, пошло. Да, сейчас я тебе на телефон еще сниму. Ага, давай. Давай. Расширяется на глазах. Там, смотри. Ничего себе.
за нас попали. Первый раз я нынче попал. Я вообще первый раз. Вот утром приехали, не видели. Завтра уже поздно было. Надо же, как она открывается. Вот с чего оно пошло? Да, но везде существует. И обязательно будет оттепель 50 или 50. Вот если покажешь, что. Христос воскрес, крушение льда и камня. Да. Сокрушение дьявольских твердынь. Враги лежат, а ужас восклицаний. Давайте я вас. Засек Освенцим, Колыму, Хатынь. Фотографировать хочешь? На этом фоне? Да, ну вот это почему. Давайте ставим. А то у меня спугнены все. Прям глаза. Ну все, уже никто этого не увидит. Сейчас этот лед быстро пройдет, его будет приносить. Подошли, был плотный. О, и этот пошел, глядите. И этот тоже тронулся сразу. Тот отошел, и этот сейчас идет. Вон ему видать уже. О, интересно как. Направить. Вон да, да, видно, да, поплыл везде. Тоже пошел, и все. Стоишь, как будто голова закрыта. Глядите, вот, глядите, как он режет. Режет, видите, лед, вон, да, колет да, его. Да, да. Об быки. Ну, оно у него так заострено гнилом. Ну да, специально, чтобы его. Да. Ну вот, вот и посмотрели. Ну что, надо на рокверку лезти? Да. А теперь можно. Теперь можно идти. Давай. Теперь ближе. Ну, да. Всего доброго. До спасибо, Христос вас. Тут недалеко лучше осталось. Ой-ой-ой, подожди-ка. Куда-то покажи. Дорога и так идут, здесь заворачивают. Это Барнаул. Переезд через Обь на Новосибирск. Могучий ввоз. Эти какие здесь. Как рассчитано. Там цветами внизу, а там дальше деревья растут. А потом вот, видишь, как вроде тротуара, а потом снова поднимается. До два перехода заезда. А вон еще надпись Барнаул какие сделаны. Да. Терриконы. Мощно. Пойдем дальше. О, как идет быстро. Смотри вот уже, какой разрыв-то сделал. Прям шурует. Что называется. Вот это да. И режет, и режет. Хорошо, потом мы вот туда заехали. Витя Капустин нас завез. Вон туда, вот с той стороны. И мы оттуда сфотографировались, там на борту видно, Барнаул написано. Так а не было уже? Да, не было уже. Не было, так отдельно видели, были, все. А вот так, чтобы на наших глазах, вот так расширилось. На глазах прям видно, надо же так. Все сдвинулось, сдавливает. Ну, значит, прорвет, дальше пойдет. Видя, он разворачивает льдину, то даже видно, как поворачивает. Ну, течение, это не на озере. Пошла. Надо же. А туда подкрасно. Пойдем. Смотри, я просто...
Да, слава Христу. Видно, где быки. Ой, голова кружится, смотреть, какая высота. Посмотри, пошел. Все. А вот машинка. Это вершина айсберга только, там-то да. Толстый он. Может где-то и метр есть, может и больше. Да даже. Нет, больше нет. Ну оно же подтаивает постоянно, а раз подтаивает, он всплывает просто и все. Ходит, да? Так, что ты. А мост на месте стоит, может он покачивается любой, а нет, зрителя его
там дальше теперь по... Вот она, пойдет. Супружеская верность. А, да-да-да. Кстати, вот там замки поснимал? Нет. Кучу. Вот там увидишь вначале. Вот замки, а вот там все завешено. Полнота, ну, да. Капранова и Войтовича. Это так. Повенчались, наверное, уже. Сейчас замки будут цеплять. Там не языческие. Будет вещать не будет. Языческие вот, сейчас. Невесту бросает, наверное. Или оставит. А она-то полностью думает, как это. Послушай, дурни. Она говорит, потопок не сыпет. Они, говорят, как дурни, говорят, сидят плохо. Яма разожженная с огнем, она туда их и скинула. А... Это житие Ольги. Мудрость какая. Да. Так это не русские такие, не русские, вон они, бутылки. Все это уже сегодня ни к чему будет. Вот на этом фоне фотографировалось, к нам приходил поворот в голубятник. Они голубей привозят сюда, привезли из Челябинска, допустим. Такой, как хера, длинный, там, клетки, такой. И вот здесь вот они одновременно подъехали, и клетки вот так открыли, машины вверх, и холоды все вот. Теперь они летят тысячи. Сейчас насколько теряется? Ну, примерно процентов 20. Все-таки а там теряется. Уже ну, у них на ногах колечки, они фиксируют, какое время прилетели чемпионы. А, вон они что. Да, я говорю, и далеко они летают, бывает за 3000 километров. Ну, а рекорд? Рекорд только один раз был. Продали голубку в Японию и прилетела в Москву. Она перелетела. Может, дорога на какой-то корабль присела. Дорога там спасаться, попить, поесть и долететь, держать направление по компасу. А везут-то она закрытая, она не знала, в каком направлении. Ее могли увезти их в Португалию, не только сюда. Коты тоже далеко ходят, но так не могут ходить. По воздуху. По воздуху, да. Какие уже пространства большие. Все, вода чистая уже. Уже завтра приедете сюда, уже все. Да, вот это да. Как хорошо, что сегодня-то решили уехать-то. Да я сам не знаю. Ты говоришь, боже, я не знаю. Сказал, мы сегодня поедем. Радуются, что-то все бибикают и... Прихлапывают тоже.
телефон он снимает. Боевая автошкола. Тоже? Вот как. Чего они учат? Это все показывает, как в момент дальнего. Стало на каком месте-то. И он не может забрать никак. Так с одной стороны на другую будет залетать. Это дикари. А характер такой же у породистой голубей одинаковый. Не знаю, что делать дальше-то. Он, видишь, на одном месте вертится. Крутится и крутится. Так она нашла какое место-то. Видишь, она к этим гайкам, как к матери домой прилетела. Да, сбежала. Гайки. Все, ему надоело уже. Нет, это не таковский был. Нет. Теперь он с одной стороны, она опять туда. Вот она. Вот какая тварь интересная, говорит, голубь самая немирная птица. Все время друг друга долбит и долбит. То она ниже сидит, даже достать не может, так клювом вниз. Машет, машет, машет клювом. А это видно, не достать. Вам близко, которая приехала, и начали говорить, я говорю, ну я вспомнил место писания. Будьте просты, как голуби. Она, а голубь-то, говорит, он не такой, не такая она уж птица мира. Я, говорит, читала, что, говорит, они вот друг друга долбят, клюют и клюют. Я говорю, ну понятно, вы правильно прочитали. Если он не за ней мог, он будет долбить ее в голову, и пока она не рухнет вниз. И голубенок бывает затеют, а матери дома нет. Они долбят перо, тело проклюют ему. Ужасно. И ему это не надо, ничего нет, а просто он такой и есть. Видишь, он такой. Да. А уже ухаживает, целуется, это все на показ. Вот так. Вот она. Тут уже все голое. Потому что ничего уже нет.
так делали, где 3500. Людей не приводят. Но зачем это нужно было? Ладно. Лучше бы жили в пещерах. Ну, да, уходим.